Все, ребятки, мы приехали в Парндорф. Первым делом, потому что мы поехали к обеду, нам нужно покушать. А потом пойдем шарахаться по всем магазинам и смотреть, что там, как вообще будет происходить. Как будет вообще происходить? Я, кстати, сделал уже себе список покупок, которые мне нужны сделать. А он на телефоне, а я снимаю на телефон, поэтому я вам его не расскажу сейчас. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца и узнаете, какой улов у нас здесь сегодня был и сколько мы потратим на вещи. Вот такое тут меню. Даша выбрала меню А и суп, а я меню С. Pork belly. Так, ребята, первое, что нам принесли, это суп. Ладно, я скажу честно, я, короче, не сдержался и сожрал суп. И Даша тоже сожрала. Я был такой голодный, что я просто не успел. Я даже не подумал, что нужно снять. Я взял его и съел. Вот. Ладно, ребята, не успели съесть. Поэтому вот, пожалуйста, суп вот так выглядел. Очень красивый. Вот, нам принесли вторую еду. Это меню А у Даши. Просто огромная супер тарелка. У тебя меню Б? Угу. Меню Б. Очень интересно выглядит кура с картошкой. Да. И у меня просто VIP набор. Тут есть все, а самое главное свинина. Жирненькая, поэтому я тоже жирненький, потому что я такие ем штуки. И все, ребятки, приятного аппетита. Все, ребятки, мы покушали, и сейчас выдвигаемся по магазинам. И обязательно посмотрите этот ролик до конца, чтобы узнать, какие скидки здесь просто нереальны. Вот. Так что все, смотрим. Да, ребят, все-таки здесь все в рабочие дни выглядит абсолютно по-другому. Вчера тут была пустая парковка, какая жесть. В общем, если вам интересно, то режим работы такой этого места. Понедельник, пятница с 9:30 до 8:00. Суббота с 9 до 6, воскресенье выходной. Сейчас у нас на очереди магазин Одла. Это типа спортивный магазин, тут всякие велосипедные штуки продают. Даше нужны велошорты, как я уже говорил. А ты какие шорты хочешь? С... Обычные. Обычные, без лямок? Да, у меня были обычные. Это такое занудство вообще. Просто черные. Ну ладно. Короткие, да? Выбери еще какие-нибудь, чтобы померить. Значит, было 60, стало 40. Нет, 27. А, они вообще сейчас 27 стоят. Жесть. А эти, да, эти с одной скидкой. Ну нет, не круто. Ну тут что, получается, скидка больше, чем в два раза, да? Да, в два раза с копейками. Вот считайте, было 60, а сейчас цена 27.50. Майка, посмотри. Может, зеленую. Вот смотрите, так, на майке цены. Вот было 70, стало... 32.50. В два раза. Какой тебе цвет нравится? Красивый. Красивый это какой? Розовый? У тебя уже есть розовый, а оранжевый тебе не к лицу. Зеленый. Зеленый можно попробовать. Зеленый, мне кажется, да. Ты, у тебя же много зелени всякой. Черный. Ну, померяй черное, тоже прикольно выглядит. Ну, давайте посмотрим, как Даша выглядит. Да, шорты маловаты. Покрутись. Ну да. А это какой размер? Нужен XS? Но она просто не в облипоз. Ладно, тогда я посмотрю ее XS, а эту S. Ладно. Ну да, ребят, к сожалению, мы ничего не подобрали. Шортов, в общем, не было размера. А я себе не стал мерить шорты, потому что я недавно покупал шорты. Но цены вы сами видели. При желании, как бы, можно купить в два раза дешевле. Вон Асикс, Даш. Следующий магазин у нас Асикс. Походу, туда надо идти. Ай. Вот сразу, смотрите, было 50, сейчас 35. Было 40, стало 24. Было 65, стало 39. Было 30, стало 12. Ребят, плачьте. Просто цены на кроссовки. 26 евро, 38. Ну, тут есть и богатые за 117, но они стоили 180. Максимум комфорт 175. Ну, не дешево, да? О, эти классные, это как Nike. 25 евро, блин, в смысле, серьезно? Угу, ребят, померяй. Она были 100, в аутлете 70, а сейчас вообще 25. Ребят, кроссовки мужские, короче. Поэтому неизвестно, как, ну, не будет ли Даша выглядеть как мужик в них. Смотрите, магия. О, Олег. Блин, Олег. А где Даша? Блин, ну они прикольно выглядят. За 25 евро, конечно, это вообще... Раз мы купили Даше как рибоки,
Рибоки такие же, как и Air Force, просто за сколько, за 10 или за 15 евро, да? Ну, что-то около того, вообще какие-то смешные деньги, ну, типа, сейчас, типа, в Рашке даже в Декатлоне за такие деньги ничего не купишь, а там настоящие рибоки. Чего? А повернись боком. Ну, да. Ну, неплохо в целом выглядит. Вот, ребята, например, чтобы вы могли сравнить цены, гель Light 55 стоит. 44 евро. 25. Ну, что ты скажешь? Ну, я не знаю, но в них очень удобно. Да. Шестерки-то есть еще? А, да, вон. Фига шестерок. Да, кстати, ребят, мы потратили типа сейчас на еду вдвоем. Блин, я засмотрелся на зеркало. Посмотри. Да блин, тебе дешевле все равно. А эти с кожей. Нафиг они тебе нужны. В общем, самый прикол, что мы сейчас за типа два бизнес-ланча супер дешево поели типа на 28 евро, а кроссовки стоят 25. Да, ну в общем, как вы уже поняли, все продается со скидкой просто почти в два раза или в два раза, иногда даже больше. Но тут важный момент, что нужно понимать, что не всегда будут какие-то там ваши размеры, потому что кроме вас еще дохерища народу типа сюда приезжает, чтобы затариться дешевым шматьем. Скидки жесткие, но не факт, что у вас получится по этим скидкам что-то купить. Насчет кроссовок, мы их, короче, запомнили. Если не найдем ничего лучше, то вернемся и купим их, потому что 25 евро для нормальных кроссовок – это реально смешная цена. Ребята, ну вот в такие моменты, после того, как ты видишь такие цены, ну я понимаю, что да, вот у нас продукты стоят примерно одинаково, как и в России, но одежда и обувь, конечно, здесь можно покупать понтовые шмотки дорогие, там типа у нас в торговых центрах, но опять же, все эти понтовые шмотки дорогие, лакосты, шмакосты, всякая вот эта фигня. Ну, короче, все модные бренды эти, которые у нас считаются типа супер люкс и бренд, и типа супер понтовыми, они здесь стоят за 3 копейки. Они просто сумки там вес, не знаю, по 2000 рублей, это оригинальные. В общем, там, где мы ходили, это была малая часть. Мы зашли во вторую часть. Здесь тоже куча магазинов, здесь побольше. Торговый сам центр, вот, например. Давайте посмотрим, сколько стоят очки. Турбомодные. Вон там цена. Угу. Да. Сколько стоит? Не, не вижу цены. Не видишь? Я тоже что-то не вижу. Вот стоили 204, стали 140. Ну, конечно, не в два раза, ребят, скидки, но тоже не кисло. Ну, то есть вы видите, да, какие цены, скидка, сколько, 25% на очки, при том, что, ну, реально, дешевле 200 райбан вообще хер где купишь. Но, учитывая, что им реальная цена эти 5 баксов, то как бы они все равно зарабатывают нормально даже со скидкой. Кастрюли по скидкам надо, ребят. Здесь можно встретить как обычные наши привычные всем бренды, так и всякие необычные. Вот походнический бренд Салива какая-то. Хороший. Ну, хороший. Да, но это чисто для трекинга. Трекинг, да. В общем, мы вышли из того торгового центра и направляемся в соседний. Здесь чисто богатые бренды: Moncler, Versace, Gucci, Шмучи, Сваровски и всякая вот боссы, прады, всякая шняга. Ну, короче, ну вы поняли порядок цен. Типа все равно скидки в два раза. Те сумки, которые вы втариваете за 2000, здесь можно купить за штуку. Нахер они никому не нужны, так и стоят там, наверное. Ну да, вполне возможно, это же типа богатый бренд, там за шильдик платишь 2 косаря и 50 баксов за кожзам. Ну, в общем, вот тут такое отделение, здесь в основном азиаты тусуются и арабы. Вот. Богатые люди, да. Нам бы какой-нибудь спортивный магазин, а сейчас мы до Найка доберемся, там где-то. Ну да. Где нищие, ну, да. Вот тут как все выглядит прикольно, смотрите. Тут как будто ходишь в каком-то... Центр города. Да, как центр старого города, но только ничего лишнего, одни магазины. Приехал пошопиться и по кайфу двигаешься, вон. Вечером тут еще все светиться начинает, вообще клево. Вон, ребята, Барбери, пожалуйста. Пойдем цены глянем. Футболка. Было 890, стало 580 всего лишь. Вот. Белая футболка. Как у Даши. Белая футболка. Армани. Ну, короче,
шляпа. Тут кафешки, короче, можно покушать, отдохнуть. Вообще все чинно, прилично на самом деле. Классно, знаете, мне что нравится, что это типа не огромный какой-то супер торговый центр. О, Кельвин Кляйн. Там, кстати, трусы могут быть классные. Так нет, давай зайдем сразу, чтобы потом не возвращаться. Вот. Ну тут не особо скидки. Было 50, стало 41. Смех. О. А, ты же полюбила на большой резинке, да? 16 евро. Трусы. Сколько они в России стоят, интересно? Не знаю, очень красивые. Угу. Вот вообще, смотрите, ребята, 4 труселей по 39, одни труселя стоят 11. Держи, комплект белья вышел 39,90. Дизель. О, это для детей коляски вообще. Вот это стиль. 2 евро час. Ребята, дизель, эскада. Туда мы никуда не пойдем, потому что это чушь. Рядкий магазин Dyson. У них отдельная будка. Но там скидок-то нету. Если нет, есть? Да, конечно. Везде есть скидки. Да. Вот эту мы хреновину не купили. Мы хотели купить и не купили. Сколько? Давай посмотрим. А, там а, sold out. Sold out. Короче, мы хотели вот эту. Этот стоит большой. 649. Пофигеть, вообще жесть. А этот 349. 349. Я говорю, он без скидки. Так эта херня вообще. Короче, я почитал отзывы, шляпа это, не вентилятор. Теперь пошли обычные магазины, масс-маркет для бичей. Кальзидоне. О, кстати, в Кальзидоне можно зайти. Да. Ты же хотел там купальник какой-то себе. Да. Ну все, погнали. Вон. Тут мужское, тут мужское, да. Скидочки. О, Кальзидоне за 6 евро. Вы когда-нибудь такое видели? Вообще нет? Угу. Вот 6, да. Вот, я думаю, нам тебе подойдет вот такой купальник. Он зеленый. О, зеленый. О, вот это русалка вообще. Круто. Ну, цены вот, ребятки. Было 35, стало 18. Было там 21, стало 14. Вот Томми Хилфигер, который тоже считается брендом для богатых. Давайте посмотрим, какие здесь цены. Где? Вот тут? Ну, давайте. Вот, платье 39 евро. Ну, неплохое, слушай, оно уже приталенное. Вот футболки Томми. 24 евро. Купальники. Тридцаточка за верх. Сумки. 62 стоит сумка. €104 сумка. Лакост. Поло Лакост. €98.75. Вообще очень много. Вон, смотри, пойдем, вот это классика. Hello. Красивая розовая, да? О, ну слушай, материал такой классный вообще. Интересный, необычный. Вот этот розовый вообще. Да, розовый. Сколько стоит? 75. Ну блин, это дороговато за футболку вообще-то. Ну понты, да. Все, можем уходить. Пойдем, пойдем отсюда. В общем, видели цены сами, да? А, ну, как по мне, так... Я взяла, короче, этот, ну, ценник посмотреть, сколько стоит. Она потом так нервно его перевернула, как будто это должно быть тайной для всех. Типа, ты до последнего не должен знать, сколько это стоит. Ну, короче, нет, ну это дороговато, конечно, 75 евро за сраную футболку. Камон, блин, это просто футболка, ребята. В Uniqlo она стоит 18. Смех. North Face. Ну да, что популярно? Флиска, например. Флиска North Face. Черная. Черная флиска, 37 евро. О, смотри, футболка короткая. А что, за что топят? За толстовки же обычно топят. Вон, куртка North Face, вон модная. Ну, вон пуховик North Face.
пуховик. 150 уже. О, по мере 23 всего, это же вообще чик. 23 евро, ребят, шорт. Ну вот толстовка еще есть. 57 стоит. Супер классный анорак. 60 евро. Футболка. О, блин, вообще крутая. Она как кроп-топ, да? Ребят, вот такой супер крутой анорак. Стоит 121 евро. Ну да. Футболка, правда, отстой. Ну давай шорты возьмем. У нас сегодня главный покупатель — это Даша. Ну, Даша — выгодоприобретатель. Да, всего два пока что. Посмотрим, что еще сможем купить. Это супер драй стор. Там, кстати, могут быть рубашки гавайские. Давай зайдем. Давай зайдем. Вон, покупаешь на 125, платишь 100. О, блин, надо мерить, да, XL-ка. Мне синяя нравится, у меня кепка синяя. У них, кстати, неплохого качества футболки. И стоят они 24, а со скидкой 16,50. О, и шорты еще гавайские. Всякие, прикольно. 46, охренеть. Не, ребята, это слишком. Прикольный бренд, конечно, но цены как в магазине в обычном. Так, ребята, на Пападжури, на Пападжури. Один из моих самых любимых брендов, потому что в Перми, я точно помню, я покупал супер-мега неудобный зимний анорак, короче, за 40 с лишним косарей. Сейчас посмотрим, сколько здесь это все стоит. Так, ребята, летний анорак. 77 евро. Летний модный анорак красного цвета, тоже 77 евро. Вот, ребята, типа такой утепленный немного анорак. Стоит 77 тоже евро, вот такой. Такой точно есть. Да. Зимний анорак не могу найти, но вот вам, пожалуйста, куртка. Зимняя, пуховая. 76,50. Да, когда я покупал свой анорак, тогда был курс, я не помню какой, но что-то около, наверное... Короче, это мне обошлось около 500 евро. Перми. Вот, так что... 54, да, что-то около... Там 500 евро примерно обошлось. Вот цена этого анорака, ну, условно, мы возьмем вот здесь. Вы сами видели, да, 77. То есть в 5 раз меньше, представляете? Вас обманывают в 5 раз, жесть. Мони, не знаю, ну, посмотрим. Обычно тут трекинг и бег. Соломон. Футболки, драйфит, беговые. 17. Вот, ребята, Гортекс кроссовки трейловые. 77 евро. Ребятки, еще один магазин известный. Мы туда тоже не будем заходить. Это магазин Мамут. Кто в теме, типа, тут всякая снаряга для походников, для хайкеров и для всякого такого. Ну, то есть, можно все выхватить реально задешево. Всякие супер-мега-клевые куртки технологичные. Наш таргет — Биркенсток. Мы сейчас... Добрались, да. Мы сейчас сначала в него зайдем, потом кругом обратно обойдем и с другой стороны пойдем. Так, вот они, вот они. Биркенстоки. На сайте они стоят по 80 евро, но тут должно быть подешевле. О, 42. А это не кожа, да? Это типа... Почему? Это не кожа за 42 евро. Почему? Потому что кожаные сотки стоят. Вау. Лето. Эх, ты, лезер, это эко-кожа. Типа а, фейковая, да? Ну, это веганская, типа. Нет, это не веганская. Веганские зеленые. О, конечно. Блин, ну, ты... А вот мягкая. Типа, это мягкая подошва. Я себе хочу с мягкой. Я такой не хочу. Я пошел к своему размеру. Удобные? Колодки, да. Да. Прикольно. Ну, они прикольные. Даша выбрала себе шлепки. Короче, на сайте они стоят... Да хрен знает, сколько они стоят. А, 80 они обычно стоят, вот. А по скидке 48.
Вот, как вы видите, купили Даше в два раза дешевле Birkenstock, но, к сожалению, на меня, как всегда, ни черта нету, потому что австрийцы моего роста и с моим размером ноги, и поэтому на меня обычно обуви не бывает здесь. Ну, там есть пара моделей, но они отстойные, мне не нравится. Так, тут фудкорт небольшой. Starbucks. О, Crocs есть. Да. Пойдем посмотрим, может, Crocs для меня ты есть. Ты же хотел Crocs. Да. Да синий — это убожество. Почему? Он черный. Мне не нравятся черные с белой подошвой. Я хотел белые. Белый, вот белый классический. Да я не хочу, если честно, уже Crocs, я хочу. Вот такие. Стойки? Да. Давай посмотрим, хоть сколько стоит. Ну вот кроксы. 37. Ну, дешевле, чем в магазине, ладно. Ну, тут главные магазины. Carhartt. Ну, я бы в штаны поглядел. Вот мы добрались до главного магазина. Что-то я уже расстроился, если честно. Я-то ничего себе не купил. Блин, обидно, конечно. Ну, посмотрим. А в Nike мне нужны только носки. Да. Так себе улов, конечно. Ну вот вообще. Они как из космоса. Да, кроссовки за сотку. Вообще. Сандалии за полтос. Ну, Nike, как всегда, в своем духе, вот. 44. Это горе тех. Трейловые Nike Running 100 евро. Вон толстовка 47. Очень классика жанра, в Nike нихера нету на меня, нет размеров, нет обуви нормальной. Конские цены, маленькие скидки. В общем, ничего я для себя там не нашел, поэтому ну его нахер, больше не пойду в этот Nike проклятый. Еще я, в общем, устал уже бродить по магазинам, если честно. Я начинаю злиться, и я очень сильно хочу спать. В общем, они меня утомили, поэтому мы идем сейчас в Starbucks, чтобы выпить кофе, чтобы я был, типа, не злой. Starbucks, как обычно, удивляет. Вот просто в моем имени 4 буквы «Дима». Я ему сказал «Дима», что непонятного в слове «Дима», он написал «Глина». Дед просто, как бы, ну как это по-другому назвать? Глина? Серьезно? Что за имя-то такое может быть «Глина»? Чувак, ну вообще. Вот Starbucks, вы реально такие конченые. Нахер вы пишете эти имена, если вы не можете произнести даже нормально. Причем вообще по всему миру постоянно вот такая херня, и эти шутки про Starbucks ходят, что они идиоты, не могут расслышать имя и нормально написать. Просто откажитесь от этого, не пишите имена, зачем это надо. Мне это вообще не надо, просто хотел кофе, зачем мне надпись дебильная на стакане. Смешно, я за 5 евро заказал себе сраный американо, ну просто как бы вообще цены конь. И эти идиоты, типа в таком заказе, как американо с молоком, пропустили молоко, и если бы я не посмотрел, то у меня был бы просто американо. Ну как бы, блин, чуваки, серьезно. Заказ «Дима», 4 буквы, американо с молоком. Что может быть проще? Оказалось, что они сделали «Глина» и «Американо» без молока. Кстати, ребятки, зацените, какая здесь детская площадка под навесом. Чтоб было не жарко, на улице просто 29 градусов, и она стильная, такая клевая, деревянная. И за заборчиком, и все спокойно отдыхают. Вот мы купили все-таки Даше кроссовки Asics, и мне 2 комплекта носков. Это единственный улов, который я сегодня получил, 2 комплекта носков. Все, короче, мы все намаялись, все находились, нагулялись. Кто что хотел, то купил, кроме меня. В общем, без сил, идем в машину. Сейчас поедем домой и будем подсчитывать, сколько денежек мы потратили сегодня в магазине, и чего мы накупили, и сколько это стоит. И, естественно, все это будет с ценами в рублях по официальному курсу. И вы сможете сравнить, сколько вещи стоит у вас, сколько вещи стоит у нас. Так что не выключайте видео. Итак, мы вернулись домой вот с таким вот уловом. Основным выгодоприобретателем от этой движухи у нас оказалась Даша. Австрийцы, как вы понимаете, это такие же, как я, высокие блондины с размером ноги 44-44,5 примерно. Поэтому на меня обуви вообще никогда нет. Что мы, значит, смогли купить? Первым у нас идет, и сразу же по ценам разберемся. Первая вещь — это шорты North Face. Обошлись там в 23 евро. Второе — это комплект белья
Calvin Klein вышел вверх и низ 39,90, 40 евро. Далее, значит, у нас Birkenstock'и обошлись нам в 48 евро. Кроссовки Asics обошлись в 25 евро. И два комплекта носков. Один за 7, второй за 8 евро. Комплект носков — это трое носков. Чтобы вы понимали цены, примерно в обычных магазинах комплект носков, самый дешевый, ну типа спортивных носков, там Nike, Adidas, Puma, стоят где-то 12 евро за пачку из трех штук. Вот. Здесь у нас по 7 и по 8, то есть достаточно так и неплохо, в общем-то. Вот такие покупочки, значит, у нас получились с такими вот ценами. Ну, в процессе вы тоже видели цены. Реально в Парндорф ездить точно можно. Это будет гораздо выгоднее, чем идти там в соседний торговый центр и покупать. И это тем более гораздо выгоднее, чем покупать где-то в странах СНГ. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока.